сейчас в прежней редакции закона собственники помещений на квартирных домах должны были в течение 2 месяцев с момента публикования региональной программы капитального ремонта принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта. Вот. В целях соблюдения интересов и прав граждан вот этот срок продлен до 6 месяцев. Понятно, поскольку тема достаточно сложная, не все граждане смогли вовремя разобраться впоследствии принятия таких решений. Вот таким образом вот, федеральный законодатель нам предложил принять соответствующее решение, мы его сегодня приняли. Таким образом, у нас, поскольку региональная программа была опубликована 23 января, значит, в течение 6 месяцев с момента принятия этого решения у нас собственники могут определиться по способу формирования фонда капитального ремонта либо на спецсчете, который будут сами вести, либо на счете регионального оператора. Вот это первое. Второе. Значит, у нас теперь установлено законом, что полномочия муниципальных органов власти будут входить еще и представление сведений для формирования региональной программы. Раньше она формировалась исключительно на основании тех материалов, которые были в министерстве, то теперь установлено, что у нас именно муниципальные органы власти самостоятельно будут представлять сведения по каждому дому для того, чтобы его включить в региональную программу и определить сроки проведения и, опять же, сами формы именно этого капитального ремонта. Ну и, кроме того, еще небольшое уточнение о том, что у нас в региональную программу компремонта не могут включены быть дома, у которых менее 3 квартир. Ну, это очевидно. То есть 2 квартиры, это же не считается многоквартирным домом.